Всем привет, друзья, на камушке Family. Если Сонич смотрит, тебе привет. Сегодня хотел посмотреть ReZero, я вышел за 15 минут, да? То есть я смотрел ReZero, получается, первый сезон весь посмотрел, второй еще не смотрел, как-то времени не было и не как-то не дошел, да? В общем, глянем за 15 минут его новую работу, оценим. Но если Сонич, тебе не сложно, можешь там где-то нить ссылочку, да, ставить, чтобы люди глянули, а что-то, а то мало людей узнают, типа, то, что вот, есть я, то, что я делал на тебя реакции, ну, в принципе, только на тебя я, наверное, и буду делать, потому что, ну, на других, наверное, не знаю, смысла нет делать, потому что, ну, людям, мне кажется, все равно просто, типа, узнать мнение, там, людей, да, там, со стороны, да, о их, как бы, искусстве, может так это назвать. Ну, в принципе, давайте не будем это долго затягивать, давайте глянем. Ну, если вы не подписаны на канал, подпишитесь, поставьте лайк. Ну, ставьте свой комментарий, да, что вы хотели видеть на канале. Комментарии оставляйте, ребят. Оставляйте. Там, поехали смотреть. Первый сезон смотрел, поэтому мне будет не страшно. Ну, то есть, я уже знаю, что там будет. Просто интересно узнать, на самом деле. Стоп, чё звука нету? Вау, солнышко вот светит. Ешь на серьезном лице, вижу, как радиогена идет на работу. Здесь точно что-то не так. Так я ж на это был призван в этот мир, чтобы стать с ним самым крутым. Чёрт, я забираю футболки кроссовки. А вот и представители местной гоп-культуры. Хана мне! Питай, урод! Ну всё, чел, подвай, я вспомню. В смысле, забирайте все, что хотите. Я помню момент этот. Я извиняюсь, но здесь маленькая воровка не пробегала? Она украла очень важную вещь для меня. Фух, я уже думал, кто-то пришел помешать нам убивать этого мальца. Да, эта баба пошла туда. Спасибо вам, конечно, но я не могу пройти мимо. А я все равно, да, да? А, нет. Меня, кстати, Субару зовут, но друзья про меня говорят, хуя чел, муф на тоненького. Удачи жизни тебе, братан. А я суперсильный дух Пак, а меня зовут Маша. Пак. Ты, кстати, не видел, куда побежала та девчонка? Из Доты, да, Пак? Блин, не заметил. Меня-то в этом. На самом деле, в Доту последний раз играл, но чтобы не соврать, года два назад, на самом деле. Что-то я сейчас вообще в игры ни в какие не играю, только на телефоне играю. А там игра есть, короче, на телефоне по типу Genshin Impact какая-то, я не помню название точное. Да, ну, убивали в этот момент. Да, а ты не поможешь мне найти ее? Да как мне хуй делать? Говорите, спиздил у вас важную вещь? Можете найти ее в жопе. Это район такой, если что. Блять, реально жопа какая-то? Опа. Клип, да, анимешный. Очень качественно. Музыка будет в паблике, в ВК закреплен комментарии. Высрал спустя 2 недели. Соберу 30 лайк, напишите об этом в комментариях. Там я опять... А, типа музыка, да, нужна людям. Ну да, это идите в паблик Сонича. Там вся музыка, либо могу я подсказывать музыку, как бы я разбираюсь в музыке. Это что, давайте поехали. Че, ты яблоки будешь покупать или что? Чего? Ну, я вот сейчас стою и не понимаю, это что, дурка в моей башке началась? Или я, ну, реально бессмертный, что ли? По идее, все события должны будут повториться по новой. Надо бы не допустить столько бессмысленных смертей. К счастью, я не настолько тупой, чтобы сдохнуть на одном и том же месте 2 раза. Открывайте, я знаю, что вы порежете незаконными приколюками. Да. Смотрите, что я пришел вам предложить за камень моей подруги. Блять, он новый волшебник! Это, конечно, круто, но нужно посмотреть, что второй заказчик предложит. Ох, сука, жать вы совсем не хотите, я посмотрю. Да. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Вот тебе ебать, у него дороже. Ладно, тогда я вас поубиваю. Блять, что, меня только прислали, чтобы я отлетал как очередняга? Чел, ты в порядке? Ну сдох и сдох, чё бубнить-то? Так, парни, ебать, фак ебой, я ща нахуй... I'm is coming to help my friend, you know, нахуй, или чё? Ты нахуя его ножом пырнул, чел, блядь? Да он сам налетел, я хуй его знает. Сука, а как же мой муф на тоненького, блядь? Вот это мне, кстати, музыка нравится, ну такая, когда он, типа, когда он умирает, да, и смерть за ним, как бы, приходит, мне эта музыка... нравится на самом деле. Что-то мне такое мрачное есть, да, прикольное, забавное. Челик, ты будешь покупать яблоки или как? Ну, подарок
ладно, что бубнить-то, но в этот раз я точно не налажаю. Охрана, блядь, убивают, помогите! Лауница ебаная, ты чё пугаешь нас, блядь? Рыцарь на месте. Парни, съебывайте по-добру, по-здорову, а то я вас так отъебашу, что мать родная не узнает. Хоть мы из детдома, но все равно страшно. Спасибо тебе, конечно, рыцарь, но ты что, сука? Все это время за дверью стоял, пока меня убивали? Смотрите, что у меня есть, это явно дороже, чем этот камень. Чё, давайте разойдемся по-добру, по-здорову, тупо за челочка. Надо посмотреть, что предложит второй заказчик. Да и ты хитрый выебанный какой-то. О, а вот и он. Стой, подумай. Да ей вообще похую. Ну вот, меня убьют. Доброе утро, девочки. Так, я... Доброе утро, девочки. Ну вот, меня убьют, это было из Варкрафта, да, вставлено. Прикольно. Вот девочка, сука. Предлагаю всем успокоиться. Реально смешно, ребята. Не побьют ритуга нахуй. Из них прошлых разов хватило. Заходит в туза. Ебать, Субару, хорош, да, мусор тоненького. Очень нравится мне Пак, он, блин, прикольный такой. Я только забыл, это он или она? Он, да, вроде. Или она? Не помню. Пак он должен быть. Ну да, прикольно, мне нравится такие, знаете, клипы. Машина, мини, когда да? Я его вылечу, скажи, чтобы он атаковал. Рейнхард, разряжай залупу. Субару, и что ты хочешь за такую помощь? Ну, с такой красавицей я был бы не против пожить. Здорово ты защищался этой дубинкой. Опа. Не нужны мне твои ябла... О, стоп, в смысле, я что, не умер, что ли? Сестра, сестра, о чем там бубнит? Ну, бубнит и бубнит, что бубнить-то? Кто это тут бубнит? Это я что, попал в тот самый гарем, о котором я мечтал? Субару, как ты себя чувствуешь? Ну, Эмилия, видя тебя, мое настроение приподнялось. Субару, за то, что ты достал камень, с которым имели... И не только настроение, да, там приподнялось. Я могла стать всего лишь королевой этой страны. Ты можешь попросить все, что угодно. Ебать, сейчас будет буф на тоненького. Я хочу стать вашим рабом. Да, классно, музыка. Работенка, конечно, тяжелая, но мне здесь нравится, я чувствую себя как дома. Ты, кстати, Эмилия, не хочешь сходить на свидание в соседнюю деревню? Опа. Хочу. Нихуя себе. Ран на руках нет. Я что, помер, что ли? Я ж, блядь, даже этого не помню. А, хотя, ну помер и помер. Чё бубнить-то? Гоп по новой. Сука. Эмилия, давай я тебя в деревне сфоткаю на фоне заката. Ну давай, завтра обязательно сходим. Блять, ну в третий раз я помирать точно не хочу. Придется что-то с этим сделать. Время для моего мува на тоненького. Спасибо вам за... Это вроде бы из-за собаки, да? То, что собака его укусила, а собака это, получается, вроде бы демон, да, был или что-то такое. Что, гостеприимность? Думаю, ну, подснимать мне уже пора отсюда. Удачи тебе, Субару. Надеюсь, ты проживешь долгую и интересную жизнь. Так, я вроде нашел хорошее место для наблюдения. Надеюсь, я узнаю, кто нападает на этот замок. Блядь, так вот что значит, как снег на голову. Фух. Ай, больно в ноге, блядь! Держись, я тебя сейчас подлечу. Чего? Рэм, я хочу узнать о тебе побольше информации. Во-первых, нахуя ты на весь дворец обоскал, чудище ты ебаное? А во-вторых, зачем ты следишь за Эмилией? Ты что, чей-то шпион? Я слежу! Да нахуя мне это надо? Да? А тогда зачем ты сидел на горе с лучшим видом на дворец? Блядь, да я просто люблю Эмилию! Опа. Субару, расскажи, что с тобой не так. Эмилия, я после каждой своей смерти бери. Опа. Если скажешь, что ты бессмертный, у тебя писька не станет. Что с тобой, Субару? Да так, ничего, оставь меня одного. Что с тобой не так? Давай, рассказывай. Подруженька, дай я у тебя в библиотеке зачились, а то я так заебался помирать уже. Можешь выходить, там уже утречка. Зачились. Субару, Рэм умерла. Давай, серьезно? Я все исправлю! Всего лишь надо уебаться лицом об камни! Я свободен! Ну это все знают, наверное, это Ария. Я свободен, Ария. У нас, кстати, был брянский концерт на Арию. Я не помню, когда. Года 4 назад или 5, может, давно был концерт на Арию. Я не попал, не знаю. Прикольная песня. Девочки, вы в порядке? Вот что, шизоид, что ли? Так, Субару, думай. А чем можно помирить? Ночью так еще и без единой раны. Так это проклятие. Ты, кстати, сейчас чист. Пройдись, где ты обычно ходишь, потом... О, да, проклятие. Собака заразила его, я помню. Так это пес, который находится с детьми в деревне. Так вот, где собака зарыта. Дети вроде в порядке. Одну девочку забрали. Отлично, она цела. Я ебу собаку.
всегда готов. Даже выебать котов, что-то, да, там. Ля, прикольно. Сложно! Ты в порядке? Я вроде живой. Я не могу оставить свою сестру одну, я ее пойду спасать. Стой, я тебе в этом помогу. Ты же будешь абсолютно бесполезен. Блять, одному-то было сложно, а теперь нужно таскать это ебаное бревно! Как вы до этого докатились? Рэм, мы как раз пришли тебя спасать. Она уже... Ёбаный по голове, ты что, убить нас решила? Разум вроде потеряла, как ей нужно, да, просто рог на голове отрубить. Лови сестричку! Да-да. Сама ты этого довела. Ёбаный, я вспомню. Так, девчонки, сейчас все будет изи. Вы направо и налево, я покажу, что такое мув на тоненького. Так, смог. На тебя, сука. Почему тут нету помощи? Фух, спасибо тебе, конечно, Розваль, но я бы и без тебя справился. Серьезно? О, паренек, ты все-таки решил купить мои яблоки? Да, дружище, хватило бы денег, купил бы твой магазин, а то у тебя мест... Очень прикольная мантия, да, у нее такая с ушками, такая необычная. Очень классная. Ты какой-то нуб. Ебаная. Ладно, держи яблоки, надеюсь, мы еще увидимся. Я, пожалуй, воздержусь. Здравствуйте, миледи. Как это так? Я ей тут помогаю, там он просто бегает и целует ее. Ебаный сука, сын дерьмо, блядь! Субару, я пошла на церемонию, ты только хуйни не надела. А, когда она пошла, получается, она ему сказала, типа, останься, типа, в замке, да. Но он ее не послушал, да, и потом... Такая херня началась, конечно, ребята, да, вообще. Она без меня не справится. Одну машинку в замок, пожалуйста. Эмилия абсолютно бесполезна. Она на сейчас это будет как... Похоже. Ее никто не будет выбирать. Уважаемые дамы и господа, я, как рыцарь Эмилии, хочу выразить следующую мысль. Я вас всех в рот ебал. Чел, ты веришь, что ты это хочешь сказать перед целой гвардией солдат? Да мне вообще похуй мороз. Не засышь тогда выйти на заикца раз на раз, уебан. Да я тебе кабину разнесу только в путь. Базаришь? Конечно. Ай, блядь, не убивай, помогите. Остановите это. А вот ему шанс. Прикинь, Вася, выныривай, блядь, хуяк, короче, рожа, крыса такая здоровая. Смотри на меня, говорит, ты шо? Ух, Эмилия видала, как я попустил этих ложков? Субару, нахуя ты это все сделал? Ты ебаный дебил, ты все испортил. В смысле? Я умный и все делаю правильно. Если б не я, у тебя не было ни печати, с которой ты могла бы стать королевой, нихуя. Но его у тебя, к счастью, и так нет. Так что без этой машины вы хуй куда уедете. Вот так, значит, да? Мы тебе дадим 15 рублей на проезд, ты пизды куда ты хочешь. Я твое ебло видеть больше не хочу. Поступила информация, что на замок Розваля напал культ ведьмы. Сам понимаешь, я тебе помощник, да, не могу, ведьмы, ведь да, мы да, политические пидорасы. Враги. Так значит, да? Ну ладно, время для моего мува на тоненького. Там еще кит белый, да, вроде здоровый был. Нам надо переночевать, я пришла полечить твою маму. Давай, лечи меня полностью. Лучше бы он с ней мутил, мне кажется. Затейся, клоун. Слышишь, куда она ушла? Ёбаный по голове, она пошла одна. Слышишь, Робин Гуд, довези меня до замка Розваля. Да он дальше ехать не хочет, там опасно. Да я сам дойду. Ну вот я и дома. О, ты опять за яблоками? Он, конечно, и так был с ебанцем, вот, но теперь его ситуация ухудшилась. Но хуже его уже точно не будет. Я Бетельгейзер, в один конце праздность, представляющая культ ведьмы, которая убьет тебя и всех твоих родных. Ой, она сломалась. Помогите, пожалуйста, умрет очень много людей. Нет, помогите, пожалуйста, умрет много людей. Да кому ты нужен? Карусель. Ебаный по голове неужели? Опять тот ебалуй! Мой мозг трепещет! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Рэм, пошли со мной. Давай уедем в поселок городского типа, где мы будем жить долго и счастливо. Кстати, я живу в поселке городского типа. Совпадение не думаю. Да почему я так устал? Я хочу просто пожить спокойно. Так ты же ебаный клоун, который без меня нихуя не может. Понимаю, что мне как младший братик, за которым я готова всегда следить.
Ладно, все-таки придется спасать Эмилию, а то попасть в Исикай и не сможешь закадрить ни одну тянку, просто потому что они все помирают, это пиздец какой-то. Да. Мисс Круш, я заметил, что к вам часто стали захаживать торговцы, и у меня есть предположение, что вы хотите убить кита. А что если вам скажу, что по моему вангафону можно узнать, когда он точно появится? Вы готовы будете заключить со мной союз? Мы хотим поддержать эту сделку. Ух, как ты охуенно все продумал. Ну ладно, я согласна. Я, конечно, не часовой, но время разъебать этого кита. Еще клип, нифига себе, уже 4 клипа, да, получается. Музыка классная. Так, парни, конечно, не рад... Вообще, ребят, чтобы музыку искать, да, есть же уже Шазам. Ребята, что не знаете про Шазам? Заходите в Шазам, включаете его, он находит музыку. Но, правда, не любую музыку, да, можешь найти, но все же, можно попытаться. Ну, или вы как Ксонича все же. Ради убийства кита мы здесь все собрались, ради спасения Эмилии. Кстати, мне кажется, Битл Гейтс может всего лишь перемещаться между телами и в мое тоже. Так что, похоже, нам нужно будет отогнать его от его базы. Fuck your data mother, сын ебаной поблядицы! Да как ты так смеешь относиться к праздности? Возможно, криминал. Праздности. Нашу магию отчудила. Валим, 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 валим на велике. А, вот как это для вас выглядит. Если меня что-то почему-то опять что-то пятый хрип уже. Эх, вот бы пельмени. Битл Гейтса мы, конечно, убили, а вот бомбу с повозку Эмилии мы не достали. Да, Робин Гуд, давай, поехали за Эмилией. Робин Гуд. Кстати, да, похож. За нами что, что-то идет? Зелезерон, да нет, знаешь, братан, да? Тебе кажется. Я вхожу в туалет и без стука. Да. Сука. Вот так вот на коленках Эмилии, да. И заканчивается мой видос. Но я вас хочу попросить проверить, подписаны ли вы на мой канал. Конечно же, если вам понравилось. Давайте проверим. Подписан. Ну и лайк оставим, конечно же. Это видео. А особенно если вы смотрели другие мои видео. Возможно, вам стали рекомендовать мои видео настолько часто, что вы могли подумать, что вы уже подписаны на мой канал. Но рекомендация от Ютуба — это вещь временная, и буквально через какой-то месяцок вы просто не увидите ни одно мое видео. Конечно же, если вы не подписаны. А судя по статистике, я увидел, что буквально десятки тысяч людей посмотрели другие мои ролики и не случайно где-то наткнулись на них, а переходя с других моих популярных видео, но при этом не подписались. Вот, такие дела. Еще информация для подписчиков. Во-первых, не забывайте нажимать колокольчик, потому что, я думаю, вы заметили, что активностью выпуска видео я не отличаюсь. Случайно выпустить видео, которое я делал месяц, я могу с ваших радаров полностью пропасть, что будет довольно печально. Также не забывайте, что у меня есть паблик, на который почему-то довольно мало людей подписалось, при том, что на канале появилось много новых подписчиков. Ну и не забывайте чекать другие ссылки, у меня там есть Инстаграм, Дискорд. Ну и сейчас будет Journey Dance. Это Сонич, да? Классный чел, блин, ребят, вы как бы понимаете то, что он не только как бы сделал, да, за 15 минут, он еще сделал 5 аниме-клипов, вы понимаете? Я еще ни у кого не видел так, честно, не видел, поэтому огромный респект Сонечу за это, блин. Понимаете то, что он делает очень качественно. И у него нету там прям жестких, да, там шуток прям, которые там, ну, лучше, конечно, детям их не слушать, но у него такого нет, то есть его, как бы, обзоры можно смотреть детям, ну, детям где-то от 12, да, лет, мне кажется, уже можно смотреть. В целом, мне очень понравилось, молодец, Сонич, лайк, подписываться на его канал, он делает качественно, поэтому надо его поддерживать, да. Ну и подписывайтесь на мой канал, поставь лайк, оставь комментарий, ребят, пишите свои пожелания, все сделаем. Всем пока, удачного лета, хорошего настроения, ребят. Чао.